двусторонних отношений и вообще внешнеполитического курса, то, как вы понимаете, сейчас идет только формирование, даже не столько выработка курса, сколько формирование команды. Мы, конечно, слышали о тех заявлениях, которые были сделаны до выборов. В частности, многие из них действительно, как вы говорите, внушают оптимизм, но нужно понимать, что улучшение двусторонних отношений, а в данном случае идет вопрос не столько об улучшении, сколько о выводе из тупика, это работа.